26 мая в Чувашии, как и по всей стране, отмечается День предпринимательства. Этот праздник учрежден указом президента России в 2007 году. Трансляция торжественного мероприятия велась на национальном телевидении Чувашии, а также в соцсетях. Было несколько прямых включений из торгово-промышленной палаты бизнес-инкубатора. Предпринимателей поздравил в РИО главы Чувашии Олег Николаев. Он был на связи из Дома правительства. Бизнес, с одной стороны, чувствовал в Чувашии себя комфортно, с другой стороны, имел возможности реализовать самые амбициозные цели и задачи. И чтобы и технологически, и ресурсно мы были с вами конкурентны со всеми предприятиями, независимо, где они находятся, на территории Российской Федерации, либо за рубежом. И текущий анализ показывает, что у нас такие возможности есть. Герои дня – люди, решившие когда-то открыть свое дело. И неважно, большое оно или маленькое. Сегодня же объявили имена победителей республиканского конкурса. Как сказал Олег Николаев, это самая целеустремленная и активная часть нашего общества. В числе победителей и те, кто активно использует инструменты господдержки. Это высокая награда, в первую очередь, результат работы всего коллектива аудитской консалтинг группы «Эталон». Сказать большое спасибо всем своим коллегам за их труд на протяжении 19 лет служения благородной миссии помогать бизнесу и предпринимателям Чувашской Республики. Всех с праздником!